ваш суверенитет, это ваше присутствие. Оно очень важно. Это присутствие – это не какое-то состояние такого, знаете, эзотерического какого-то толка, какого-то такого слишком высокодуховного какого-то уровня. Это естественное состояние присутствия, включенности и ощущение себя как внутри, так и со стороны. То есть вы просто включены, вы включены в саму жизнь. Вы не включены в мысли. Потому что если вот вы в дальнейшем понаблюдаете, вы четко уловите, что тот человек, который включен в мысли, он отсутствует. Поэтому он идет по дороге и спотыкается, да? Или там ехал-ехал, не заметил, как проехал свою остановку там, да, в автобусе, к примеру. То есть это выключенность. То есть человек отсутствует. А отсутствующий человек уязвим, он ничем не защищен. То есть ментальный вирус может делать все, что угодно, потому что нет этого круга, нет этой защиты. То есть суверенитет – это такое незыблемое присутствие, да, которое вас защищает.